Ну что, друзья, я сегодня в городе. Думаю, это последний день будет этой съемки в этом году. Погоды там уже не будет. У нас намечается еще покатушка с девчулей. Не знаю, это мотосвидание будет или просто прокатимся, там будет видно. Вот. И как бы грустновато немного, конечно, получается. Как-то грустно. Но в целом можно подвести итог, что все-таки этот год был очень интересный, познавательный. Прикольно было, много классных моментов. Все, в принципе, довольно-таки получилось неплохо, как по моему мнению. Очень даже неплохо. Поэтому не будем расстраиваться. А будем писать контент. Сейчас едем как раз на место встречи, у нас там еще время запаса есть, минут 20. Поэтому еще, я думаю, что-то обсудим, о чем-то поговорим. Планы, конечно, на следующий год, я уже думаю, разыграю мопед, все-таки 10 тысяч наберется. Сделаем розыгрыш, хотя бы чтобы было 300 человек участвовало. Напишите в комментариях, будете ли вы участвовать в розыгрыше. Билетики будут недорогие, по 300 гривен. Я думаю, каждый может себе позволить. Ну и, естественно, чем больше вы купили билетов, тем больше у вас шанс на то, что вы выиграете данный мотоцикл. Вот. Если я не увижу, что есть 300 человек, которые готовы принимать участие, ну и какой смысл мне разыгрывать, ребятки? Объясните. Мотивация должен быть всегда. Мотивацию нужно поднять. Вот, и только после этого мы с вами сможем сделать дела. Будет следующий мотоцикл, мы его тоже разыграем уже на другое количество подписчиков. Поэтому будьте активны, проявляйте активность, подпишитесь на Инстаграм, на ТикТок, чтобы я, в принципе, разный контент публикую в Инстаграме, вообще веду свою жизнь. Запущу Телеграм-канал, в котором будет вообще отдельный контент, special for you, как говорится. Вот, поэтому обязательно следите, ссылочки я, конечно же, в описании оставлю, чтобы вы могли ориентироваться проще, скажем так, сразу переходить. Если YouTube, конечно, ничего нового не придумает, что они перестанут быть активными вообще, как для шортс, например, сделали. Поэтому будьте внимательны, наблюдайте, а сейчас мы подъезжаем к месту встречи. Ну а пока мы ждем, сделаем небольшое превью, такое видео красивое, красоту. Тебя шлем нормально? Ну, он большой, это вообще не мой шлем. Оу, щит. Ну ничего, значит, ты же знаешь, как сидеть примерно, тебя учили? То есть обязательно руки в крест, ногами тоже меня обхватываешь, где достаешь в упоре, все должно быть, чтобы красиво. Я сильно там быстро ехать не буду, если будет что-то не так, то руки там не отпускай, просто похлопаешь, чтобы я знал там, где сбавить скорость и прочее. Ну все, приступай. Видно, что шлем уже попадал чуть-чуть, боевой, да? О боже. Ну сейчас посмотрим. Подготавливайся, закрывай все карманы, чтобы ничего не повылетало. А это сейчас все выйдет, потом? Да, может. У вас такие инстаграмчики, не поймешь, кто придет. Вы так фоткаетесь, там хоп-хоп-хоп, эти скрытности, там закрыть лицо, он у тебя волосина просится на выход. Так, ну давай, попробуем. Держись и молись. Главное, ногами хорошо обжимается, чтобы там из-за вот этих неровностей все было красиво. Что ж. Поехали. Там по дороге такого не будет, блядь. А еще я больше переживаю за камеру, блядь. Я перекрепил ее чуть-чуть иначе, в прошлый раз ехал, опять чуть не улетела уже второй раз. За проводок схватил, блядь. Второй раз спасение этого микрофона, блядь. Из-за микрофона спасения бы схватился за него. Так бы херушки, блядь. Это вообще, блядь.
писать не будем. Я думаю, она видосы смотрела, где я начинаю трошки быстрее ехать. Поэтому поймет. Поймет наша Дюля. Если большой шлем, там, наверное, вообще ей, бля, некомфортно чуть-чуть. Я даже не буду пригибаться, бля. Много грибников, бля, смотрю. Камеру, блядь. Да, быстро мы не полетим. Большой шлем у нее. Плохо там что-то происходит с ней. То она где-то отлетает, то еще что-то. Ну, короче. Дорога мокрая, кстати. Поэтому у меня... Не получится у нас тут погасить нормально. Ну и снова инструктаж будет. Я думаю, все проблемы будут из-за шлема, бля. Иначе никак, бля. Все проблемы тупо из-за шлема. Так, нам бы развернуться, вот это безопасно. Бля. У тебя шлем болтается там, чи шо? Ты где-то улетаешь. Попробуй вот так, как ты сидела, только голову положить мне за спину. Чтоб не вот так ты сидела, а именно боком вот так вот легла и держалась, и все. Попробуй так. Поехали. Ох, а то, что еще дорога мокрая, скользкая, блин. Можно слететь, блядь, не повылаживаешь, блядь. Нормально, с ней комфортно, если она легенькая, легусенькая. Вот они, дороги наши, и бля, я вообще в шоке. Великоват, да? Слегка. Сильно болтается? Да. Блин. Это капец. Бо я чувствую, что-то у тебя там происходит. Мало того, что он постоянно от меня что-то там цок-цок-цок-цок. Я представляю, какой он огромный. Это вообще. А ну, надо померить. Это, наверное, он же вообще здоровый. Он на меня здоровый, бля. Это вообще, это он может как хочешь. Ну да, такой шлем. Какой-то размер. Элька? Конечно, здоровый. О, уже хорошо. Чем плотнее, тем лучше. Комфортнее всем будет. Второй заезд. Уже собачка вот эта еще бегает. Ничего не видно, едет ли там кто-то. Нет. Второй раз заедем. Может, лучше будет. Поехали. Там визор самостоятельно открывается, тоже можно понять, из
комфорт. Блядь, все я не взял с ним, хотя не мой бы ей балашовый. Балашовый, блядь. Поедем по городу прокатимся. Блядь. Ой, да, опасно. Где-то станем еще, попыхтим, потрещим. Еще что, узнаем, как у нее дела. Впечатления. Блядь, я прям слышу, как у нее визор открывается, у меня закрывается, а у нее открывается, наоборот. Бля, что тут за вода? Офигеть. Вот держится крепенько. Это хорошо. Ой, я посмотрел погодку и уже обрадовался, пока тут ждал, уже там поменялось. Можно выехать и завтра, и послезавтра. Главное, чтобы дождя не было, кстати. О, поэтому, значит, не последний день пишем контент, ребятки. Ребятки, запишу, может, даже еще два видеоролика выйдет. Я теперь выпускаю раз в две недели. Это тяжко, вам не понять. Вам все равно, вам хоть каждый день выпускай. Но это тяжко. Наснимать это одно, а другое еще монтировать. Это вообще я самое нелюбимое дело. Это особенно нарезочки делать вот эти коротенькие. Бля. Сюда едешь, да? Поэтому поедем сейчас по городу катнем. Развлечемся. Чуть-чуть рисанемся. Я ж думаю, она хочет, чтобы ее увидели, что ее покатали на таком мотоцикле. То рисанемся, конечно же. Почему нет? Ой, боже, что тут происходит? Дама за рулем, это опасно вдвойне. Ай, на-на-на-на, смекта. I run the flow, smekta. Give me some more, smekta. To you before, smekta. Воу-воу. Трек кочевый, да? Фу, я бы его поставил, если бы не авторские права, бля. Ой, как тут красиво. Солнце светит, да, тучки. Бля, сколько раз она уже меня головой ударила. Шлемом в шлем. Это просто. У нас сегодня операция «Шлем всему голова». Смотрите, да? Красиво как. Ух. Вот это ее там вообще, блядь, кайфует девчуля, блядь. Сука, эти неровности. Это вообще, блядь. Ну что, ты нас пропустишь, сине? Ты так и будешь держать средину, блядь. Давай, пропускай нас, не жадничай. Дай дорогу. Не хочу обгонять справа. Дивы, бля, тупо по центру едет. Дружбан поехал, мотобрат точнее. Ой, сейчас мы ей дадим удовольствие от души, прокатим, да? На кольце развернемся. Этот вправо, а этот эйджгит, поворачивай. Где бы нам встать вообще? Никого нема? Далеко? Далеко? Едем на сову, наверное. Детки скажут. Ну, по городу, конечно, круто ездить. Бабулечка так с палкой шла, я уже думал, ко мне хотит пахнуть. Что ты, уступишь нам? Боже, да тут ездят вообще как хотят. Вообще, я прям не понимаю, что происходит. Ага, теперь понимаю. А тут что будет сейчас? Сейчас хоп, резко влево, бля. Опача!
А какие это люди, я не понял. А кто это у нас тут? Какая встреча, скажи. Да сейчас прокачу и... А ты что? Ты когда освободишься? Я абсолютно хотела. Шуруй, я успею. Ой, блядь, вот эта встречка прикольная, блядь. Повстречал Дианку с прошлого видео, с прошлого мотосвидания, если вы смотрели. Вот это да. Встречка прикольная. Офигеть. Ой, я не могу. Это вообще невозможно просто. Ой, блядь. За камеру надо помнить. Погодка классная, конечно. Отвезем девчулю. А там уже определим, что как, спросим впечатления. Класс. Со стороны нас засняли, будет видосик, кстати, вставим обязательно. Вообще круто, круто. Ну что, как тебе в целом ощущения? Меня ноги трусят. Это хорошо, это хорошо. С непривычки плюс. Наверное, еще будет крепатура, если ты там упиралась руками. Да, руки уже были. Ничего. Зато с тобой классно ездить. Ты легенькая, даже если и навалишься, тебя не чувствуешь практически. Что не скажешь про других, конечно. Бля, ну классно. А чтоб ты взяла нормальный шлем, бо мой тоже будет тебе большой. У меня S-ка. Ну как вот этот, но этот даже чуть-чуть больше. У меня-то есть типа свой шлем, но он просто сейчас не дома, он нормальный. Вот это можно было бы нормально. Руки болят. А ну, померяй вот этот. Чисто ради интереса возьму. Шаришь уже? Да. Этот тоже. Больше. Ну не такой, да? Да, но этот если хотя бы. Тебе еще на размер не нужно. Если бы это найти, это S. Что ниже? Не знаю. Такой же плотный был. Ну тогда будет нормально. Бо это тоже мне особо. Под капюшон нормально, а уже раздавился. Это прикольно. Ну нормально, а чё? Главное, что должно быть обоим комфортно. Вот только шлем нормальный только и все. Шлем, да. И будет четко. Что, друзья, высадили нашу девчулю, а ту, которую мы встретили, едем заберем. Да это же наша любимая девчуля, самая веселая, интересная, да? А ну-ка напишите в комментариях, какая вам из всех девушек на мотосвидании понравилась. Интересно. Очень интересно. Эх, да, девушки, вроде бы и делают нам настроение, но и в то же время нам погоду портят, делают дождь. Да? Жиза. Ого, вот это да, резкий тормоз. Спасибо. Подписчики. Смекта. Around the floor, смекта. Give me some more, смекта. To you before, смекта. Воу, воу. Шо ты? Я так наелась. Поделись. Мототакси. Да. Это твой бывший? Да.
Оп. У тебя глаза повыпадали? Да, я забью, да. Зашибись. Дайте я сюда в люк стану. О, вообще замечательно. Детка, конфетка. Знаешь, кого я катал? Это подружка твоей Сони, с которой ты встречалась. Да, наверное. Она говорит, это кто была? Ну, как-то по-другому назвала. Даша? Я говорю, какая Даша? Это Диана была. Зачем ты такое рассказываешь? Это же все на камеру говоришь. А, а ты рыгалась на камеру? Чи нет? Что? Ты скучала за мной? Не? Ну все, я поехал туда. Обижаешь дяденьку. Ты что дяденьку обижаешь? М? Ты такая красивая. Целоваться будем? Целоваться будем? Че? А обниматься хотя бы? Давай обнимемся. Боже. А что тут такого? Боже, как приятно тебя обнять. Ты опять в этой дуре. Какой дуре? Ну, не продувает она, еще не холодно. К вечеру будет холодно. О, да. Куда хочу, туда и лезу. Все, говори. А что ты там хочешь такого сказать? Что ты мне сказала? А что я тебе сказала? Что тебе нравятся девочки. Что ты лесбиянка. Во, бляха. Что ты бы женилась бы на своей подруге Насте. Зачем? О, кстати, ставь это видео. Я уже видео смонтировал. Поменяй тогда фотку. Ну скажи мне, в чем сила? В правде сила. Кто прав, тот и сильнее. Прочитала ВКонтакте? ВКонтакте, блядь, да. Боже. Эти женщины. Давай, влази. Ты готов? Молись! Блин, она так классно сидит. Вообще. Прям молодец. Обняла дяденьку. Плотненько сидит. Вообще красота. Уверенность на максимум. И едем навстречу подписчику. Там кто-то писал мне в Инстаграме, хотел повидаться с нами. Сфотографироваться. Съездим еще раз в поле. Бо девочка хочет посмотреть на эту красоту. Почему мы будем отказывать? Поедем. В общем, сегодня точно последний день тепла. Сегодня кайфуем. Я монтирую видосик для вас. Ну а с вас, конечно же, подписка, лайк, комментарий, делиться со всеми и прочее. Короче, как-то так. Привет. Вот она, долгожданная встреча. Давай сфоткаемся, что вы хотели. Да. Есть. Следующий. Да. Все ютубчик смотрят, да? Да. Отлично. Круто. А можно наклеечки? А, наклеечки, точно. Точно. Надеюсь, они есть еще. У меня только две. Но я могу через нее передать.
Я могу потом через нее передать, еще передам. Хорошо. Нормальных, свежих, три. Спасибо. Держать с ней связь. Я потом отпишу, кому писать, если что. Все. Ехаем? Ну, а? Ну, в поле ты же хотела, че куда? Едем. Ну, все, давай. Давайте пятерочку-то, я поехал. Все, хорошего дня. Да не мазаешь. Срочно надо ребенка. А? Срочно надо ребенка. Зачем? Катя на меня затащила, блин, на это поле, блин, ехать сейчас. Эндуро дороги, блин. Это вообще, блин. Я в шоке, блин. Романтик, типа, там все дела. Так красиво. Это же для этих девочек такая красота. Надо поехать туда обязательно. Ой-ой-ой. Ты так посмотри, как здесь красиво. Пофотографироваться можно. Все по слюням дали нормально, я не знаю, за сраку схватить, о, вот это романтика, бля, не, бля, это просто, я не знаю, сука, нахуй, бля, сука, я ебу, бля, это пизда, бля, сука, о, да. Ты вчера здесь была, что ты говоришь? Я только вчера закатывал. А закатывал ау. Боже, я не знаю. Красиво. Ну, ну вот опять мы на этой мусорке здесь. И шо? Блять, ты на это посмотри. Такая красота, блядь, оно, потрахались бы, повытирали писюны, письки, повыкидывали влажные салфетки. Ну это пиздец, бля. Хоть бы имели совесть, знаешь, убрать за собой. Не, бля. Бля, это везде, тут стопудов есть затрахаться только, бля. Только мы с тобой вот это вхолостую сюда. Да? Ты же со мной, это так прекрасно. Ты такая прекрасная, замечательная. Ничего страшного. Давай. Ты тоже воду варишь, и что? Что-то меняется? Та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Не, я просто играю на камеру. А, вот так вот. Да. Выехал погонять. Последний теплый денек. Реально последняя, смотрю, там уже теплее не будет, бля. Понятно. Ну, до свидания. Типа того, затянулось. Что, как дела? Нормально? Понятно. Сейчас прикольно на заднем будет ехать. Не, он. Он будет классно ехать, с подножек, долго. Он тоже. Хорош, хорош.
Вот это было круто. Хоть с нормальными пацанами прокатиться, а то все котятся как бы. На ухо наложило. Это так красиво было. Да. Обалдеть. Вот это мы с ним гоняли, было пару раз вообще четко. Мне с ним нравится кататься. О, она начала снимать. Подпишитесь на канал Just Rider. Все, ладно, ставим.